На коммунальном мосту и проспекте Мира уложили некачественный асфальт. Чиновники взяли 18 проб на городской переправе. Из них 12 не соответствуют по качеству. Также нарушения нашли на проспекте Мира и улице Карла Маркса. По заключению специалистов управления дорог и благоустройства, дорожное покрытие отвечает требованиям по уплотнению и водонасыщению. Напомню, чиновники не приняли асфальт на коммунальном мосту. За работу они также отказались платить. Пресс-службе департамента горхозяйства рассказали, что на проспекте Мира и коммунальном мосту возьмут контрольные пробы покрытия и в случае необходимости подрядчиков заставят переделывать его за свой счет.